Ну, ну, а он чё, а он чё? А, да, да не, я как бы с ним мелкий тоже знаком, с давних лет вроде. Я помню, мы с ним один раз шли в пятерочку, не помню, что там купить надо, вроде квашеную капусту было. Я иду, иду, он, короче, ни с того ни с сего просто берет, разворачивается, и знаешь, что мне в нос горит? То, что я пельмень квашеный, и горит копыта тебе в нос. А я на него смотрю, вообще не понимаю, что происходит, он на меня смотрит, там, любовь, ну, в смысле, не любовь, а буря, искра, безумие, я вообще не понимаю, что происходит. Ну, короче, детство, детство у меня совсем другое детство было, не то, что у тебя мелкий, у тебя-то другое детство. Ну, а он чё? А, так ты с ним тоже знаком? Ну, и он тебе вот это сказал, да? А потом чё? А ты чё? Ты чё? А, в лоб ему, да, небось, дал, да? А он чё после этого? Чё он сделал после этого? Убежал, убежал! А ты после этого чё, как он убежал? Ты чё сделал после этого, как он убежал после этого? Ты чё сделал? Пикачу достал, да? Ай, вообще хулиган. Если думаешь, что я с мелким разговариваю, я с ним не разговариваю. Просто делаю вид, что я разговариваю. Мелкий же не мой. Как с ним можно разговаривать? Поэтому мы просто делаем вид, что мы разговариваем. Все, мелкий, давай, хватит пипики пинать. У нас с тобой еще много дел. В первую очередь надо пойти и заплатить 64 золотые монеты вот этой Людмиле там в рекламном агентстве «Жирафик». Как? Как? Сегодня же в погоде пишет... Сегодня же в погоде пишет, что никакого дождя в городе ютуберов не должно быть. Мелкий, погнали! Ты чё ж-то так, лёд-то как не с ведра? Давай где-то вот здесь остановимся или добежим уже до рекламного агента. Да, ну нафиг, иди сюда, иди сюда. Август на улице! Ощущение то, что это не город ютуберов, что это Питер какой-то. Да и тем более то, что это не лето, а осень. Середина осени. Как удобно, слушай, костер у себя в кармане тащить. А там тебе ничего не подогрело, не сожгло в кармане, не? Ладно, посидим. Да ёперный театр, да хватит там греметь, да мы поняли, что сегодня плохая погода, хватит уже! Гремит, да гремит, да гремит, да гремит, да гремит, да гремит. Ой, мелкий, ну хотя бы погреемся немножко. Давай рассказывай, чё, как дела в жизни? В принципе, как обычно, ничего нового, да, поэтому можешь даже молчать и слова не произносить. Слушай, я ставлю 5 золотых монет на то, что ты своей рогаткой не попадешь в ту свинюху. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ага, ага, ага. Ну попробуй. Не попал. Ну давай, 3 попытки. Ля! Ну ладно. Поспорил, проспорил, значит должен. Хорошо, держи, мороженку себе купишь. Ладно, мелкий, я тебе расскажу одну историю про моего друга. Был у меня друг. Звали его... Убери башку. Неважно, забей про друга. Ля, вы только посмотрите! Вот это... Пришла, значит, от дождя спрятаться, да? Аленка, Аленка, бывшая мелкого, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да-да-да-да, мы поняли то, что это Аленка, это... Ты под... ЧСВ! ЧСВ! Ты посмотри на нее, она пришла, даже не поздоровалась. Не, ну как бы Аленка тоже разговаривать не умеет, но хотя бы рукой там помахать можно, то что... Мелкий, пожалуйста, самое главное не... Да ядрить тебя просто в радугу, которая после дождя будет. Да выключите там дождь, кто-то наверху! Выключи дождь, я тебя прошу! Алло! Ну, пожалуйста! А чё, так можно было? В смысле? Спасибо! Ядрить тебя в пятку! Это чё за троллинг, я не могу понять. Ладно, как бы... это реально Питер, вот в Питере такая погода. То дождь, то... Ладно, мелкий, мелкий, ну давай иди к ней подкати, ты чё как не родной. Аленка, ты хотя бы посмотри на нас, а? Ну как бы я понимаю то, что всё, там птица высокого полета, уже где-то там на другом уровне живёшь. Ты как бы вспомни, с чего ты начинала, ты с мелким сосала. Ты еще кто такой? Это что за дичь? Крошка, запрыгивай!
Ну ты, Алёнка, конечно, ши... Мелкий, уйди из дождя, задницу простудишь. Иди сюда. Да ты не расстраивайся, у них там ничего серьезного нет, наверное, с этим новым ее пацаном. Ну, может, максимум сосутся. Ну, сейчас поедут под дождем, пососутся и вернутся. Ты чё, дуримон, да это мой Пикачу, я тебе его подарил, ты его просто так берешь и выбрасываешь. Иди сюда, мелкий, иди сюда, сейчас ангину подхватишь, только хуже будет. Иди сюда. Разрыдался-то как. Ну, пожалуйста, ну выключи ты там дождь, ну я тебя прошу, ну мелкого горе. В этот раз так не сработает? Мелкий, не надо грустить. Надо стать лучше. А чтобы стать лучше, нужно работать над собой. Я уверен, что ты сможешь переплюнуть вот этого... Как пацана, как его там вообще зовут? Ну, походу, Аленка с ним реально вот это в шары долбится. Ну, в смысле... Ну, в смысле, щечки изнутри облизывает. Ну, ладно, иди сюда, иди сюда. Не хочешь стать лучше? Иди сюда. Я сам сделаю тебя лучше. И мы докажем твоей Аленке, какого мужика 6-летнего она потеряла. Ты готов? Главное, скажи мне то, что ты готов. Ты готов? Скажи, я готов. Я готов, скажи. А, ну да, ты же разговаривать не умеешь. Ладно, накрывай, накрывайся и побежали, мелкие, побежали. Десять кругов за минуту. Мелкий, вперед. Стань лучше. Стань быстрее. Стань сильнее. Стань мужиком! Стань хорошим пацаном, а не балбесом! Первый круг есть! Давай, 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 давай! Ты смотри, как мы тебе дыхалку уже натренили! Второй круг, второй круг! Чтобы заслужить Пикачу, надо стать как Пикачу! Надо стать еще сильнее, чем Пикачу! А то Пикачу не отдам! Третий круг! Третий круг, быстро! Будешь бегать, как Капитан Америка! Еще немножко, еще пару деньков, и его обгонишь даже! Третий круг, мелкий! Ты что-то как-то там запоздал! Все! Следующее... испытание. Давай, 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 понемножечку, потихонечку, давай, тащи свой трехколесный велосипед, давай, давай, он весит всего лишь 7 килограмм. Мы с тобой идем к большему, мелкий. У тебя свой путь. У этого чувака, который сосет Аленку, свой путь. И у тебя путь лучше. Только надо постараться его таким сделать. Давай, не удивляйтесь, то, что мелкий тащит свой трехколесный велосипед по воздуху. И мы просто ему и мозги качаем, и бицуху качаем, и кинетические возможности. И телекинез тоже, поэтому он может в воздухе носить вещи. А на самом деле просто текстуры Майнкрафта лагают, поэтому ну, я ничего не могу сделать. Давай, 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 еще немножечко, мелкий. Давай, давай, давай. Давай, 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 понемножечку, понемножечку. Не зря же мы эту тарантайку бомжары одолжили на один день. Давай, посмотрите, до чего мелкий дорос. Посмотри, давай, вот за эту линию зайдешь, получишь кофе в следующей жизни. Давай, 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 немножечко, 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 Пикачу твой тебя ждет. Докажи то, что ты стал лучше. Лучше, чем этот парень, который Аленке трубы каждый день чистит. Давай еще немножко, еще метр, молодец, ставь на землю. Мелкий, ты становишься сильнее. Эту тарантайку даже я не смогу поднять. Я не знаю, как ты это сделал, но это реально, ты сильнее Годзиллы. Ага, ага. Ну, пока нормально, почти до крыши достаешь. Мелкий, еще немножко осталось. И прыжок, давай прыжок, прыжок. Прыжок, давай, 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 еще выше. Ой, давай еще раз, еще раз, еще раз. Мелкий, ты сможешь. Еще немножко и в тартосферу улетишь. А там и до Луны рукой подать. Будешь вторым человеком на планете, который на Луну слетал. Только своими усилиями, прыжком. Ничего, ничего, мелкий, мы тебя прокачаем, прокачаем. Все, слезай, слезай. Ну, не слезешь, тогда я тебе. Вот, слезай, мелкий, все, молодец, ты смотри. Даже урон себе не нанес. Мелкий, ты прям будущий супергерой. А сейчас... финальные испытания. Все же помнят, что такое бойцовский клуб. И все помнят первое правило бойцовского клуба. Никому не рассказывать про бойцовский клуб. Заходи. Все, что происходит в бойцовском клубе, остается в бойцовском клубе. В бойцовском клубе... участвуют только самые сильные мужики из города ютуберов. Ну или пацаны, как ты, но в любом случае самые сильные. Заходи на ринг, заходи, заходи. 10 приседаний, 10 отжиманий. 10 приседаний, 10 отжиманий, мордой в пол, лег.
Лег мордой в пол, быстро, быстро присел, отжал, присел, отжался, в пол, упал, упал в пол, упал, присел, отжался, прыжок, подпрыгнул, подпрыгнул, быстро подпрыгнул, 7 прыжков, 7 прыжков, 7 прыжков, упал, отжался, упал, отжался, упал. О, подождите, у меня же башка закружилась. Так орать. Молодец, молодец, все, молодец. Сейчас тебе нужно противника какого-то найти. Естественно, я тебе задницу дереть не буду, ну, в плане с тобой в паринг выходить. Мелкий, кто есть в городе, кого я могу поставить с тобой на один ринг? Ладно, ты сиди здесь, разминайся, чтобы сделал 1200 приседаний, 1500 отжиманий и 1300 прессов. Давай, давай, не останавливайся. Чтобы я вернулся, у тебя бицуха прям подросла заметно. Вот можно позвать, а, чтобы он в паринг стал с мелким. Бабзин! Маргарита Степановна, здравствуйте! Привет, балбес. Алло, это как называется? Кого можно-то позвать? Бомжара, Костя, Михалыч, Гена. Ну это как бы уже здоровые, состоятельные мужики. Вряд ли мелкий сможет им надрать задницу. Хотя я мелкого так натренил, что он и мне даже задницу надерет. Степка! Степа! Стёпа! Бухаешь, значит, да? Ну я ж тебя спалил то, что бухаешь. Стёпа, признайся. Нет. В смысле нет? А это что? Не бухаю. Это кофе. То есть ты с этого... С алкашки на кофеёчек, да, перешел? Ну, дай я себе один кофе заберу. Точно не пьешь? Точно не бухаешь? Я ж Маргаритке скажу твоей, Ритке, жене. Точно? Понюхай. Да нюхать я не хочу тебя. Ладно, и на слово тебе поверю. Стёпа! Хочешь 5 золотых монет заработать? Бесплатно вообще. Заработать бесплатно. Буквально за 2 минуты. Конечно. Ну тогда давай иди за мной. Иди за мной. Кофе оставляй здесь. Там тебе кофе точно не пригодится. А то если мелкий еще увидит, то что у тебя кофе с собой, тогда он тебе точно руку откусит. Оставляй кофе здесь. Оставляй. И пошли. Оставь кофе! Наркоманы кофейные у меня, наверное, заразились этой болезнью. В общем, работа-то такая, несложная. Не потная, не пыльная. Просто надо одному чуваку задницу надрать. Ты как бы человек военный, в армии служил. На фронте воевал, охранником работаешь. Тараканов дома убиваешь, мышь по квартире гоняешь. В принципе, ну, а что еще нужно, чтобы быть боевым человеком? Так, Степка! Поэтому, иди сюда, пошли. Проходи, проходи. Заходи, заходи на ринг, заходи. Мелкий, давай в этот угол. Давай сюда, иди сюда. А ты, Степа, давай в этот угол, иди сюда. Остановись. Не буду я с ним драться. Ща, все. Ля, како! Мелкий, покажи бицуху, покажи бицуху. Дай потрогаю. Да. Ну, слушай, там диаметр прям такой 30 сантиметров есть. Я же убить могу его. Слышь ты, усатый, ты смотри, чтобы он тебя не убил. Я мелкого так натренил то, что он тебя просто с одной левой пропишет. Ты смотри, какая у него бицуха. В два раза больше, чем у тебя. Он маленький, я огромный. Ну, знаешь, Ритка мне говорила, жена твоя, то, что никакой у тебя не огромный. В смысле, ты не огромный. Поэтому ты как бы тоже давай не преувеличивай, ага. Мелкий, ты готов надрать ему задницу? Не боишься? Конечно, с такой бицухой ты, наверное, вообще никого в этой жизни больше не боишься. Степа, если победишь его, дам не 5 золотых монет, а 15. Можешь тебе купить кофе на 3 дня вперед. Как тебе такое предложение? О, мелкий, сюда иди, сейчас задницу надеру. Вот, вот, вот это я понимаю. Давай, мелкий, вмажь ему, мелкий. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Степа! Степа, ты там как? Степа! Мелкий, с одной тычки. Ты ему просто одну тычку прописал. Просто одну тычку. Так а меня-то за что? Да сейчас паутину обратно, а то как бы интерьер свой порчу. Стёп, ты там хотя бы жив? Ну, вроде дышит, вроде шевелится. Ты как бы все, хватит там уже бицуху свою дальше качать, а то так с одного удара человека убить сможешь. Ладно, пошли. Пошли. Я же сказал то, что ты станешь грозой района. Сказал? Сказал. Вот сейчас ты его заслужил. Пошли, мелкий.